Добрый час, и с вами, как всегда, Маргарита, и это ИТИ Школа Успешных Продаж, и мы продолжаем разбирать статью от 4 декабря по трендам, топ-тренды, которые, за которыми мы должны наблюдать в 2019 году. В прошлом видео мы с вами разобрали Burnt Orange, либо жженый оранжевый, либо он называется жженый апельсин, или как-то так, вот, хотя и апельсины я здесь ярко не вижу, но... Как-то так вот он называется, Burnt Orange. Линк на это видео где-то появится в уголочке. Если вы еще не просмотрели, пожалуйста, загляните туда и половите идеи для вашего магазина. В этом видео мы посмотрим немножечко на максимализм и на preserved petals. Не знаю, как petals. Засушенные цветы, да? Помните, у нас давным-давно было такое вот... Может быть, некоторые сейчас даже занимаются, но был такой виток в нашей молодости, когда мы собирали цветочки, складывали их между в книжках, между страничками, засушивали и потом создавали какие-то красивые композиции. Да? Вот как раз сейчас это вернулось. Итак, мы с вами посмотрим в этом видео совсем чуть-чуть по поводу максимализма и с цветочками. Давайте начнем с цветочками, потому что я более к ним на данный момент готова, потому что я их рассматривала и анализировала. И потом дотронемся до максимализма. Да? Значит, preserved petals, да, как они, законсервированные, да, вот так, preserved, законсервированные. По-русски, кто мне поможет, найдет это слово, помогите, напишите под видео. Итак, это когда у нас с вами засушенные растения, цветы составляются в композицию. Как видите, здесь это может быть и suncatcher, да, то есть если кто делает на окна такие вот композиции, это можно сделать как и suncatcher с нашими... pressed flowers, да, я уже дальше смотрю, стала искать слова pressed flower, то есть это можно композицию и на стенку сделать в качестве хом-декора, можно вот такой вот небольшая декорация, да, decoration, атрибуты вашего интерьера, и также можно это сделать, что в качестве украшений. В статье дается нам намек, да, вот залинковали они вот на такую вот картину, floating, да, парящие цветы, я бы так это назвала, да, и всегда обращаем внимание, да, как называются ключевые слова в этих листингах, то есть botanical flower recall, да, large pressed flower, да, и подарки для кого, gift for her, wedding shower, mother, sister, да, и так далее. Но магазин, видимо, новый только что, и поэтому каким-то образом он решил выйти и пропиариться. Едем дальше. Следующий момент нам показывают то, что More and Twist, это у нас с вами идет вот на такие вот как раз вот бутылочки, его уже один раз продали. То есть, опять-таки, иногда эпоксидку заливают на цветы каким-то образом, но вот такой вот момент, да, опять-таки, это в японском стиле, вот они написали herbarium, да, такое же слово можно смотреть, если вы работаете в этом стиле, herbarium, herbarium, dried flowers, засушенные цветы, да, в бутылке. Вообще-то я мне сейчас стала замечать, что очень модно стало в бутылке все складывать, да, у нас есть такой момент, когда сейчас тоже идет в тренде в бутылку... бутылку наполнять вот этими LED лампочками, да, которые работают от батарейки, и такая вот подсветка, такая романтичная, тоже в бутылку закладывают, простите, мой русский, наполняют. Так и вот здесь цветочками засушенными, такой, знаете, момент, словили момент, заморозили и остановили, да, остановить мгновение. И дальше в статье дается, вот в маленьком абзаце, линк на Trending on Social. Это идет назад на 10 мая 2018 года. Тоже можете посмотреть вот эти вот цветочные wildflowers. Да, опять-таки, всегда я вам говорю, смотрите, как... администраторы, как те люди, которые пишут для вас статьи, пишут заголовки, это ваши ключевые слова, да, wild flowers, то есть это, ну,
дикие дословно, а как они называются? Полевые цветы, возможно, да? И какие-то тут, вот видите, тоже интересные. Для себя я смотрю название, да? Oriental poppy и так далее, так далее. Потому что у меня брошки есть, но я не знаю, как их называть, да? Дальше у нас идет floral hair accessories, да? Цветочные аксессуары для волос. Тут у нас, скорее всего, то, что можно скушать. Такие вот букеты из стекла, да, крупные, как бы вот такой вот. Ну, естественно, украшения с цветами. То есть это дается нам перелинковка. Это мы с вами просмотрели то, что вот здесь вот написано, да, botanical style, inside, внутри вазах каких-то так вот, да, то есть не в вазу, а вовнутрь просят делать, что-то так вот, да. I'll cheer in even the greatest of winter days. Да, в зимние дни, конечно, будет приятно смотреть вот на такие вот красивые моменты из весны, лета и так далее. Итак, теперь я смотрю, поскольку мы с вами прошлись по этой статье, давайте посмотрим на мармелит, да, посмотрим, какие слова и как, где находятся сейчас тенденции вообще. Pressed flowers, конечно, мы понимаем, да, в ITSE, когда мы набираем с вами pressed flowers, количество 32 тысячи, в принципе, узконаправленное, и можно с этим работать. Здесь у нас с вами pressed flowers, pressed flower art, phone cases почему-то вот ищет, да, pressed flowers, phone case, давайте мы с вами нажмем. Опять-таки, все, что оранжевое, вот, посмотрите, то есть силиконом, да, и вот цветочки добавляют, и всего-навсего 2000 результатов, да, то есть 2000 результатов, и вот такие вот интересные, мне даже самой захотелось, блин. Так, поехали дальше. Pressed flower frame, опять-таки, если кто-то догадывается, вот такого плана, да, то, что вот у нас в рекламе с вами было, то есть рамочки с цветами, между стекол зажимаются сушеные цветы. Опять-таки, кто сейчас это может сделать, кто сани свои приготовил летом, да, и может такие вот композиции сделать, ну, или кто находится в тех местах, где это можно сейчас сделать и засушить. Дальше смотрим. Pressed flower necklace, да, если вы делаете из цветов, всего-навсего 8000 результатов, да, то есть вот это как бы один тег, он стоит. Но опять-таки pressed flowers jewelry, pressed flower earrings. Теперь я пошла в мармелит и посмотрела, где они находятся на данный момент, да. Естественно, это не long tail, не длинный составной, несмотря на то, что у нас с вами два слова, оно как бы объединяет одно понятие. Поэтому его мармелит определяет как не составное ключевое слово, несмотря на то, что здесь два слова. И смотрим, какой у нас результат. 33 тысячи результатов, и вот посмотрите на расширенный engagement практически 2500, да. 2500 – это у нас на январь. В ноябре было аж 10 тысяч. А если вы работаете с мармелитом, всегда смотрите на градацию, потому что здесь рамочка будет меняться. На данной графе у нас от 0 до 2500 результатов, да, на некоторых будет до там 500 результатов, да, смотрите на это, на некоторых будет меньше, на некоторых будет больше, да, то есть вот это вот будет постоянно меняться. Иногда вы скажете, о, в марте вообще там не будет ничего, в феврале ничего не будет, да, а если мы накликнем, то будет engagement в районе 1000, да, в январе у нас с вами в районе 3000 результатов, да, взаимодействие, engagement, поэтому нормально. Это мы с вами брали только вот pressed flowers, если мы уменьшим, да, pressed flower necklace. Давайте прям тут посмотрим, как оно будет. Пока оно ищет, мы посмотрим, если у меня здесь сохранилось. Да. Следующее название можно как бы просмотреть. Pressed flowers мы посмотрели. Теперь как то же самое изделие, да, можно назвать немножечко по-другому. Следующее ключевое слово, да, для таких работ – это террариум. Да. Террариум там, со стеклом и так далее. И что мы видим? Террариум necklace, террариум jewelry. Да, я не писала террариум flowers. Да. Но смотрим на, опять-таки, это не long tail, потому что террариум necklace я бы уже поставила как long tail. Но они здесь делают не long tail. Но все равно смотрим 11 тысяч результатов, и у нас вот количество поисков 1000 и 2000 уменьшено, да, jewelry в два раза,
практически engagement тот же самый, да, но количество результатов 24. Давайте посмотрим search here. Упси-дупси. Смотрите, pressed flower necklace, да, если кто-то этим занимается, у нас с вами 8000 результатов и engagement 738. И, скорее всего, смотрите, в феврале к лету готовится, к лету prediction будет где-то в районе 3000, а в декабре 3000, в январе 635, отдыхают, в феврале к маминому дню готовятся, к февралю, 14 февраля, ко дню влюбленных готовятся и уже выпрыгивают, да, pressed flower necklace, можно смотреть earrings и так далее. То есть идея понятна, да, возвращаемся сюда, и вы просто ищете, какие слова, какие ключевые слова можно дальше будет подобрать. То же самое, если мы с вами нажмем сюда pressed flower necklace. Pressed flower. В Мармеледе можно еще смотреть, что еще вместе с pressed flower ищет. Да? Да, мы посмотрели с вами на Etsy, какие варианты есть. Соответственно, можно то же самое просмотреть и на necklace frame phone case, art, jewelry case, ring, earrings. Мы смотрели с вами art. Вот они такие, всего-навсего 8 тысяч. 8 тысяч результатов. И смотрите, где вы можете в своих работах, да, добавить вот такой вот интересный момент. Вот и такие террариумные, да. Вот очень тоже были, а эти, наверное, года 3-4 назад были модны вот такие вот браслеты, колечки с засушенными цветами. Они сейчас, видимо, опять возвращаются в моду. Так что, кто это делает, вам и барабан в руки, pressed flower. И мы смотрим в конце, в самом. Вам показывают, как бы, что еще возможно. Но это, и они продублировали Etsy, да, открытки, phone case, paper, бумага, phone cases или что-то там еще, рамочки и так далее. Теперь давайте проверим еще то же самое, но у нас с вами в Etsy рейнке. Опять-таки, для тех, кто работает в Мармеледе, мы посмотрели. Сейчас быстренько смотрим на Etsy рейнк, какую информацию можно вытащить для себя, для тех, кто занимается вот с цветами. Вот работая с Etsy рейнком. Опять-таки, у меня это платная версия. Engagement very high, понятно. Competition тоже большой. Количество серчев тоже большое. И видно, на Гугле оно как-то вот здесь находится, а на Etsy вот они скачками идут. Да? То есть, когда у нас в апреле был такой большой скачок, и можем догадаться, что опять в апреле, к апрелю пойдет. И смотрим опять, что у нас. Flowers, да, идет jewelry, phone case, тот же самый. Да? То есть, вам намек на то, что если у вас нету Мармеледа, есть Etsy Rank, работайте с ними. С ним, если у вас нету Etsy Rank, работайте с Мармеледом, то та же будет такая же похожая информация. Да? И мы тут тоже смотрим айфоны всякие, coasters, очень интересный, да, момент, не такой большой, но их не так много. И дальше смотрите, что Flower Raisin Ring, опять-таки, большой очень результат идет, наверное, 5000 результатов Flower Raisin Ring для кого-то. Ну и смотрим, можно отсортировать, потому что где большой engagement, а где небольшой, хорошо, пойдем где-то в серединочку, да. Wall Art, Flower Frame, пожалуйста, если Etsy Competition мы отсортируем, где не так много competition идет. Вот смотрите. Pressed flower in raisin ring. Вот такой замечательный тег, да. Очень как бы мало результатов, кто именно такой вот тег использует. Но большой выхлоп, да. Pressed flower phone case. И дополняют S6, да. Дальше что у нас? Pressed flower phone case. Вот такая вот мода, да. Мода пошла на телефоны. С цветочками, да, pressed flower case и так далее, да, что flower earrings и earrings, да, то есть тоже смотреть можно, посмотрите, здесь хорошо видно вам в качестве примера, pressed flower earring без S, мы смотрим Etsy searches, какие у нас, 101, да, а если с окончанием S, ring earrings, то у нас сразу идет в желтенькую хорошие результаты, то есть это тоже для вас, иногда вот эта буковка играет большую роль, всегда анализируйте, смотрите, как это действует.
Это значит вот то, что я хотела вам показать по поводу засушенных цветов, кулончики, украшения, там какие-нибудь цветочные композиции. Они сейчас, опять-таки, на них мода продолжается, да, на них мода продолжается. И теперь давайте посмотрим с вами, перекинемся к максимализму. Здесь не так очень не так много информации нам дали. Единственное, что я вижу, да, намек, не намек, а в этом абзаце нам напомянули о ком, кто это написал. Помните, в прошлом году у нас была такая статья, которая prediction, вот такое ваби-саби, немножечко такой беспорядочный, говорят, что можно было кроватку не заправлять, там вот такое вот что-то там такое легкое, воздушное, нейтральное и так далее, то ваби-саби, да, ваби-саби такой у нас момент с вами был, то сейчас wild accent wall, да, вот они сделали такой упор на wild accent wall и перелинковку сделали вот на wallpaper, да, которые, ну, не знаю, по мне это как-то так вот, да, но я так поняла, когда я просматривала, никаких больше ключевых слов тут я пока не вытащила, да, но для себя видим, что у нас это как вот 70-е, то есть яркое, красочное, крупное, да, как это вам на данный момент обозвать, какими словами, но только у меня встает перед глазами colorful, bright, bold, colorful, chunky, да, что-то там такое, вот эти, скорее всего, 70-го, это, по-моему, что-то новое, вот такого плана. Все яркое, все busy, да, busy, busy, и попробовать что-то в этом стиле сделать, но я не вижу своим взглядом, да, что можно сюда вот прям вот много всего написать. В Burnt Orange у нас к вами больше было интереса и в Preserved Petals, но здесь, ну, как-то вот так вот, максимализм. Я пыталась найти более такие вот ключевые слова, но даже максимализм не так сильно ищется сейчас на Итсе, да. Максимализм earrings, давайте посмотрим, да, вот то, что нам с вами выпадает. И тут всего-навсего 168 результатов. Возможно, и вам тоже можно будет попробовать, набирают это, да, но маленькое количество результатов. Максимализм earrings, оно почему-то с ошибками. Максимализм art, смотрим, что тут такое. Тоже, видите, 621, то есть не так много всего, но, как мы говорили, что это яркое, тот же самый rainbow, наверняка тоже можно будет каким-то образом добавить в качестве максимализм, поставить тег. Ну, вот это только один магазин, такое, знаете, прям активно, быстренько прошел по тегу максимализм, везде добавил. То есть вот такое вот вам небольшое видео по поводу, не знаю, что еще. Видите, только даже если я пишу home decor, оно как бы не идет. Максималист декор. Давайте так посмотрим. Здесь тоже как-то 200 результатов. Вот смотрите, на макраме повесили floral букет, и вот сюда тоже он встал. Ламы, посмотрите, как ламу сделали в тренде, да, на фоне вот таком ярком, colorful, messy, да, как бы беспорядочном, упорядоченном, но в беспорядочном виде, да, и вот оно такое вот идет. А на данный момент я буду с вами прощаться, да, и в следующем видео мы, знаю, что многие ожидают Southwestern style, и посмотрим слотцев, да. Ленивцев. И мы посмотрим ленивцев, потому что они, скорее всего, приходят на замену лам. Да, и их нужно посмотреть, что с ними будут делать. Поэтому прощаюсь с вами до следующего видео. И напоминаю, что всегда под видео есть основные 4 линка. Первый линк – это линк на нашу Facebook-группу. Еще раз напоминаю, что мы
делаем запуск в группу еженедельно по понедельникам. То есть в понедельник все те, которые отправили свой запрос в течение недели, будут пропущены, но при выполнении одного условия. Вы необходимы будете ответить на три основных вопроса, которые будут напечатаны в момент, которые вы прочитаете в момент присоединение к группе. Те, кто отвечает на все три вопроса, те, естественно, проходят. Ну и ответить нужно от души и грамотно, да. Если вы нас сразу посылаете, то, естественно, вы будете также быстро посланы. А второй линк – это линк на... Один из линков, да, это не второй. Один из линков, следующий линк, это линк на «Поддержи мой проект» через PayPal. Благодарна любым переводам от доллара до двух, до трех и так далее. Кому сколько сердце позволяет в качестве десятины за то, что вы делаете успехи или только хотите сделать успехи, да, я благодарна приему и отправке. И третий линк – это... партнерская ссылка на 40 листингов. И последний линк – это линк на мой личный канал о том, как я живу в Америке. На данный момент я с вами прощаюсь. До следующего видео.